февраля сайт Facebook опубликовал список этого сексуального разнообразия. 58 видов геев! 58 видов! Люди добрые! Где мы видели и как мы одного отличим от другого вообще? Мы едва только привыкли, что их там ЛГБТ и еще какое-то множество. 58 видов трансвеститов! И наши дети, регистрируясь в интернете, должны выбирать, а кто они из этих вот их оттенков? Вы скажете, бред, этого не может быть, не будут наши дети выбирать. А я вам скажу другое. В Европе с 1969 года легализована зоофилия. Скотоложество по-нашему. Открыто существуют зообордели. Они платят налоги. В Германии, например, в январе 2014 года, то есть когда уже шел этот процесс в Крыму, некоторые политики германские сказали, а не пора ли нам защитить права животных от вот этих самых детей, людей, не людей, которые нападают на них. И что случилось? В Германии на улице вышли не мы с вами с флагами, а вышли 100 тысяч зоофилов. В Германии, в Дании 100 тысяч зоофилов, в Норвегии 100 тысяч зоофилов. Они вышли и сказали, это форма любви. Это наш вид вот этой сексуальной ориентации. И их тоже там бесконечное множество.